Итак, всем привет, дорогие друзья, и сегодня у нас очередной обзорчик протеина. А протеин у нас сегодня на обзорчик попал такой. У нас здесь Power Pro, вот такой вот плотик со вкусом. А какой же у нас здесь вкус? По-моему, здесь типа печенье там с медом, что-то такое. Диетическая добавка туда-сюда. Так, со вкусом медового печенья, да, это так. Хороший, кстати, плотик, на вкус мне понравился, на запах он тоже неплохой, в принципе, можно. Пахнет довольно вкусно, действительно печеньем пахнет. Растворяется в воде, как всегда, очень даже неплохо. Вот, и, кстати, что мне понравилось, обычно от протеинов Power Pro меня как бы того немножко пучит, то есть вздутие. То есть с этим такого нету, здесь все в порядке. Тут у нас получается одна порция 40 граммов порошка, это 34 грамма протеина. Так, а сейчас посмотрим у нас на 100 грамм продукта, сколько же у нас всего содержится здесь. Так, калорийность на 100 грамм у нас 98 калорий. Так, углеводов здесь всего 0,4 грамма. Это, кстати, у Power Pro очень низкие показатели по углеводам в протеинах, это очень классно. Так, потом белков у нас здесь 85 граммов на 100 грамм. И жиров 0 на 100 грамм. Очень даже хорошо. И здесь у нас весь состав, короче, аминокислот. Куча всего. Витамины также есть. Витаминизированный он. Вот, очень хороший котик. В принципе, можно покупать. По 5-бальной шкале я ему дам 4 с плюсом. Очень неплохой кот. Мне лично он понравился. Я употребляю, кстати, не только этот протеин. У меня и другие есть, которые пью, вот, и как бы я их комбинирую. Утром один, днем другой, вечером третий, там, допустим, пью, вот. Я постоянно один и тот же протеин пью, вот, и всегда стараюсь их менять, потому что состав у них, как бы, немножко разнится, вот, ну и, соответственно, вкусы разные, тоже очень приятно выпить, допустим, с утра, там, ванильку, да, а днем выпить какой-нибудь шоколадный, и к вечеру, там, уже, не знаю, какой-нибудь, у меня, допустим, еще есть вишневый протеин. Вот, и как-то так разнообразить свой рацион. Очень даже круто. Так что вот такой вот у нас протеинчик на обзоре был.